всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Бульбазавр, King on Fire, как всегда, много подписчиков, аж 4 штуки, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас карта FNAF 3, аниматроники пугают охранника, я буду РПшить за аниматроников, если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны поставили себе калитки, для того, чтобы я их не убил за одну секунду. Пацаны, все, давайте будем стараться РПшить. Это было не РП. Так, давайте мы посмотрим разрешить полет. Мы его отключим. Аниматроники, они резко, даже появляются возле дверей. Вот ты, блин, да как ты успел? Доли секунды. В смысле? Я на выход А как это так? Я R нажал и телепортировался к вам. Я могу через двери тпхаться, это аниматроник-читер. Ну, не, немножко не могу. Странно работает, но мне нравится. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Хочу 1 000 000 подписчиков. Помогите. У вас есть проблема, у нас калитка не открывается. Да? Может, кто-то забиндил так, что она у вас не открывается? Я не могу сейчас убрать эти помехи. Ты чё делаешь? Ты поставил много динамита. Я минируюсь. Вы же должны меня бояться. Нет? Один человек тебя не боится. Я понял, надо его наказать за это. О, у меня злостный режим. Нечестно, это все калитка не открывал. Это глаз. Нету глаз? Да, классно смотрится. О, торчит. Не, вот так сбоку прикольнее. Че вы мне сделать? О, ты переодетый в меня, только маленький. А я желтый. У меня энергия села, пацаны. Так и поверили? Не, реально села энергия, не могу... Эй! Вот так вот. По жопе надо. Я не могу ходить, когда на тот режим хожу. Это же добрый режим. Надо мочить, это когда я злой, это добрый. Смотрите. Сейчас покажу, когда злой. Сейчас злой? Вот злой режим. Да, злой, ты сейчас поменялся просто. Так. Хватит динамиты бросать, бульбазавр. Или кто это делает? Хватит через стены убивать. РПшить давайте. Такого нет в оригинале, вы что? Напишите в комментариях, как пацаны РПшат. Классно или нет? На стене было боники. Бульба, посмотри, как я присел. Ты не можешь подойти бить монтировкой? Это же РП. Не виноват, меня закрыли. Дверь должна быть закрыта, да, правильно. Ой-ой-ой. Я злой режим вошел. Офигенный мод, мне очень нравится он. У него спину свело. Пацаны так наблюдают за мной. Очково, да? Или нет? Страшно? Конечно, да. Должен уходить, когда на тебя свет. У меня батарейка села. Батарейка? Давай... Да, я ничего не могу, у меня слабые батарейки, аккумуляторы. Да, не слишком. Надо нажать на меня Е, тогда я опять возражусь. Поломался. Поломатый аниматроник, давайте. Давайте его на металлолом сдадим. Все, я ушел. Больше вы Фокси никогда не увидите. В этой серии. Кто увидит, а кто нет.
О, руки за спину, очень круто смотрится. Мне нравится. Обернись и посмотри вниз. Зря ты это делаешь, потому что я могу тебя наказать. Такой деловой хожу по карте. Руки за спины, хозяин. А я тебя не боюсь. Чего ты меня не боишься вдруг? Ну я... Бонни. Не боишься, да? Хорошо. А сейчас? Нечестно через тебя. Как это нечестно? Вы же сказали... Как это? Вы же стрелять начали. Откуда у вас оружие? В смысле? А, я на пробел издаю звук шагов. Это же добрый я. Пока весь это обычный режим. Я сама блин, пустота, меня никто не видит. О, это уже поломатый режим? О, злой режим. Офигеть, завоняли, ничего не видно. А чего вы двери не открываете? Так они не открываются с первого раза. Да? Я нифига не вижу. Куча гранат набросали. Надо свалить. Но она не убивает. О, я вижу, кто... Дверь открывается. Бульбазавр, нельзя так делать. Суки не сдают никакие конченые. Вам слышно или нет? Да, я тебя слышу. Какой милый кексик. О, он дамажит, серьезно? Да, он дамажит, ты об этом не знал? Да что за читерский пистолет? Хорошо. Кстати, вы меня убили первый раз за всю серию. Ну, за часть серии. Конечно. Вы разозли, вы знаете, что я сейчас позову своих родственников? Папу, да? Маму. Ой, я вас понял, сэр. Я пошел. Да, калитка, она самостоятельно сама открывается. Спринтрап как раз. Все сходится. Что-то какой-то... Отец, я тебя нашел. Сейчас, я себе голову поправлю, а то у меня что-то подломилось. У меня вопрос, а какой охранник носит с собой дымовухи, причем в таком количестве? Не знаю, вы видите меня или нет? Я да. И он там где-то. Это за дымовухи. Так это не я был. Ну не знаю, передай тому, кто это сделал. Боль плохой. Почему я сразу? Ой-ой-ой, что-то со мной не то. Не я их тебе. Хорошо. А мне вопрос, а как я так провалился через стол? Давайте посмотрим, что они там делают. Да я застрял в столе. Ты о чем? Воу, я не знал, что так можно. Киллер. Ой. Молодец. Я от него лечусь. Вы видели меня? Прикольно? Не понял. Я прыгаю в бетон рыбкой, смотрите. Чпоникс. Я вам скример кидаю? Нас не можешь убить. Ты фан, всего лишь фан. А, да, я даже вообще не дамажу, только накидал вам куча говнища на экран. Да. Понял. Я не хочу тебя спускать, но сзади. Но у нас же есть... А ты что тут делаешь? Зря ты не верил. Ого. Ты чё тетеришь? Монетки только я могу использовать. Не, монетки есть у этого простого чувака. Фредди, нету у простых людей. У меня их три завалялось, знаешь. Я сейчас тебя убью. Что это было? Бульба, поистине. Так. Всё,
Монетки закончились. Опять появились. Димас, когда ты меня убиваешь, у меня монетки появляются. Такого быть не может. Видишь, не появились. Да. Так, сидим, сидим. Засаду сейчас сделаем. Бульбазавр, ты очень примитивный. У нас дверь не открывается, что делать? Она заела у вас, хотите, я вам ее починю? Давай. А что мы тут сидим? Ух ты! Читерить вздумал, да? Да. Так. Вы знаете, что по статистике FNAF 3 это самая популярная карта из всех? Почему-то. Дурак, что ли? Ты чё пришел сюда? У тебя всего лишь 750 хп, я знаю. Поэтому я убиваю вас всех. Он по вентиляции бегает, кто бы знал. Слушали. Можно будет... Да! Круто! Смотрите! Вообще жир! Слушай, у нас есть маленькая проблемка. Ой. Зря вы только двери поставили, я все уничтожил. Давай, попробуй, убей меня. Я не буду тебя убивать, попробуй ты меня убей. А, просрала, да? Что-то у тебя монетка просирает. Что-то выпадает. Да, давай, давай, попробуй, я верю в тебя. Блин, еще бы чуть-чуть, я бы тебя убил. Победила дружба. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!